В ходе проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 14 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и ОСА, 36 радиационных станций. Сбито 5 боевых самолетов и 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров.